космодроме Байконур специалисты Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня. 31 мая, 5 часов 30 минут по московскому времени. Ракету «Союз-2» вывозят из монтажно-испытательного корпуса площадки 31. Вторую ступень носителя украшает надпись «Донбасс» в знак поддержки борьбы, которую сейчас ведут Донецкая и Луганская народные республики. На головной обтекатель нанесены флаги ДНР и ЛНР и патриотическая символика. Согласно решению генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, ракета получила имя «Донбасс». За транспортировкой и установкой на стартовый стол ракеты-носителя «Донбасс» наблюдают гости космодрома, дети из Донецкой и Луганской народных республик. По их словам, для них было неожиданно и одновременно приятно увидеть флаги ДНР и ЛНР, а также надпись «Донбасс» на корпусе ракеты. 3 июня носитель с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартует к Международной космической станции. «Прогрессом» на МКС будут доставлены топливо, вода, укладки экспериментов, а также студенческие микроспутники и другие необходимые материалы и оборудование.